В микрорайоне Каменная горка на открытой площадке у стен храма святителя Николая Японского в Минске состоялся православный фестиваль христианских культур «Троицкий фест. Праздник единства». Так его назвали организаторы. Один из главных миссионерских приходов республики, по примеру своего небесного заступника, объединил не только жителей района, но и представителей разных стран, культур и возрастов. В атмосферу праздника окунулись и наши корреспонденты. Подробности в сюжете из Минска. Приход святителя Николая Японского известен своими миссионерскими и социальными проектами. Одним из самых ярких является фестиваль христианских культур «Троицкий фест». Вот уже третий год подряд фестиваль объединяет жителей района от мала до велика, как верующих, так и еще не воцерковленных. Что же привлекает людей в приход? Так это то, что в большие праздники здесь запросто можно посидеть на траве всей семьей, детям вдоволь набегаться и наиграться, а взрослым насытиться как пищей духовной, так и отведать блюда полевой кухни и больше узнать о православии. Все это создает ту неповторимую атмосферу, которая объединяет людей и помогает почувствовать единство друг с другом, единство с природой, единство с Творцом. Сегодня мы проводим уже, можно сказать, третий международный фестиваль христианских культур. А все начиналось, собственно, с разговора с известным белорусским музыкантом и культурологом Олегом Хоменко, лидером фольк-рок-группы «Палац». Находясь в таком творческом взаимодействии, пришли к такой форме реализации выхода после богослужебной части, да, литургической части жизни христианской общины, да, выйти в пространство околохрамовое. Программа фестиваля, музыкальные выступления, танцы народов мира и игры, полевая кухня, мастер-классы была настолько гармонично продумана и реализована, что ее находили интересные люди разных возрастов и с радостью принимали в ней участие. Большое впечатление на гостей праздника произвело выступление коллектива бывших малолетних узников концлагерей «Судьбы». Сегодня мы могли слышать прекрасный хор ветеранов, видели струнную группу из музыкальных школ, из соседнего прихода, разного рода коллективы. Ну, мы сегодня приветствовали ансамбль танца «Солнечная Грузия». Это маленький подарок от нашей христианской общины, да, нашему микрорайону. В мире существует немногим более 5 храмов в честь святителя Николая Японского. Один из них в Минске. В приходе находится частица мощей святого, доставленная из Киото. На протяжении 6 лет храм посещает Хитоши Танака. В Минск он приехал из Японии учиться. Здесь он познакомился с православной молодежью и вскоре сам стал посещать храм в честь святого равноапостольного Николая Японского. Культурное это мероприятие, которое сейчас проходит, это просто экзотика. И интересно. Хочу, чтобы это наши это японские друзья тоже это приходили сюда. Фестиваль «Троицкий фест» уже стал доброй традицией для минчан. Он, несомненно, будет продолжаться и нести людям слово о православии. Господь Духом Святым вдохновляет нас, придает силы и нашим непосредственно вот, активным прихожанам, да, на кого ложится вот, прямая нагрузка, да, по решению организационных вопросов, да, я вижу, что Господь дает Духом Святым, да, силы все это из года в год совершать. Информационный портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз».